Видеостудия с дополненной реальностью для онлайн-образования. Где в слайды презентации вставляются видео автоматически, и мы можем с ними взаимодействовать. Слайдом презентации может быть гифка или любая другая графика, которую мы можем, например, передвинуть. Я вижу перед собой слайды презентации и могу на них что-то выделять. А также прямо на них могу что-нибудь нарисовать. Давайте нарисуем стрелочку. Я вам показываю краткие возможности этой системы, чтобы вам было интереснее. Можно приближать и уменьшать. Слайдом презентации может быть сайт. Мы сделали его немножко прозрачным, его можно даже скроллить. Как это работает? Вот такая видеостудия, такое стекло, перед которым я сейчас стою. Это сенсорное стекло со светодиодной подсветкой. И когда наши клиенты, например, берут эту видеостудию в аренду, они записывают видеоролики. Давайте посмотрим, как выглядит видеостудия, в которой я сейчас нахожусь. Суфлер, свет, доска, звук, сервер, специальное ПО и светящиеся маркеры для рисования. Третья составляющая системного мышления – это способность двигаться по уровням обобщения – зум. Способность видеть с высоты птичьего полета, опускаться до уровня детали, понимать ее вписанность в контекст и перемещаться туда и обратно. For this, we can use the following equation. There the epsilon is the mean energy required for the production of one pair of ion and electron for this matter. For example, for air, this epsilon, this mean energy is equal approximately to 34 electron volts. Детально познакомиться с литературой по задачам оптимизации вы можете с использованием списка наших литературных источников.
со Snowfall'а началась новая эра цифровой журналистики. Осталось дело за малым. Тренируйтесь, и вы будете это делать очень быстро. С вами была я, Кузнецова Ольга Константиновна, и школа Forward. Учитесь с интересом. И как я уже говорил, когда дельта x стремится к нулю, точка p стремится к точке m. И наша секущая стремится занять положение касательной, то есть той прямой, которая имеет ровно одну общую точку с графиком. Меня зовут Семен, я расскажу вам о новой технологии для записи видеоуроков, проведения вебинаров с помощью дополненной реальности и автоматической съемки видеоуроков. Переходим к самому интересному. Друзья, что я могу двигать. Я могу двигать этот график и могу его увеличивать и уменьшать. Обратите внимание, как она классно прозрачно смотрится. И, конечно же, можно прям на них рисовать, например, сенсором. Ну, давайте какую-нибудь стрелочку здесь поставим. Здесь вот что-нибудь введем. И напишем слово «видео». Включаем светодиодную подсветку стекла и пишем уже маркером. Круто, не правда ли? Наши клиенты используют это для онлайн-образования, чтобы в два раза быстрее, дешевле, а главное вот так вот доходчиво записать свой видеоурок. Ну давайте посмотрим наш сайт. Мы его можем скроллить. Вот презентация нашего сайта, презентация нашей видеостудии. Тут вы видите скриншоты. Если будет слайд слева, то вы будете видеть слева. Если слайд будет справа, то давайте его просто переместим, и слайд будет уже справа.